Всем привет! Прежде чем начать показ этой партии, я прочитаю слова, сказанные про эту партию одним из лучших у нас, может быть, даже лучшим шахматным литератором вот в данный момент, Дмитрием Вадимовичем Крякиным. Вы уж меня простите, что я буду считать и приводить сюда чужое мнение. Но я полностью с ним согласен. Итак, слово Дмитрию Вадимовичу. Признаюсь, я с детства считал Староиндийскую некорректным дебютом. Представьте, вы читаете сборник избранных партий Виктора Львовича Корчнова, где мэтр подвергает изысканной критике всех, от Пашки Смирнова до Гарри Кимовича Каспарова, воздействие не хуже пресловутого 25-го кадра. Потом на автора этих строк сильно повлиял двукратный чемпион России Александр Иванович Петрушин, который показал многие типовые приемы и вооружил девизом «Староиндийская атака неотразима». Играл сам, изучал с другом и крупным специалистом Димой Кокаревым. Показывал ученикам. И сейчас, наверное, в неимоверной мощи Стокфиша и Гудини осталась последняя дыра. Они с барской руки награждают староиндийские позиции оценкой плюс один, зачастую без должных на то оснований. И когда на глаза попадаются партии типа Сона Камура, то хочется закричать: человечество живо, а староиндийская атака неотразима. Я смотрел эту партию в онлайне на сайте ЧЕСПРО с великолепными комментариями Алексея Коротылева, очень хороший московский гроссмейстер. Итак, в классическом варианте староиндийской защиты белые сделали рокировку, и после конь c6, d5, конь e7, вот тот самый вариант Мордельплата, в котором мы с вами недавно видели, значит, мой ролик на канале, партию Тайманов-Найдер, то есть классическое наследие. Внизу в описании есть ссылка на скачивание этой партии в формате PGN, и там приведена ссылочка на онлайн, который велся на сайте ЧЕСПРО. Не поленитесь, почитайте комментарии. Очень хорошо, добротно Алексей все прокомментировал. Конь d7, f3, f5, слон e3. Вот эту линию очень любил играть Виктор Львович Корчной. С отличными результатами. Действительно, мы с вами непременно ознакомимся с шедеврами от Виктора Львовича. То есть белые тоже иногда способны побеждать в таких позициях. До поры до времени партия идет очень логично. Конь d3. Раньше этот ход считался посредственным одно время. Потом он стал считаться основным. В общем, следующие ходы особых комментариев не требуют. Черные пытаются провести g4, начать атаку на короля. Белые хотят разменяться на d6 и проникнуть конем через c7 на поле e6. Давайте я это желтыми стрелочками покажу. Да? Ближайший ход cd, естественно, чтобы конь попал на c7. Черные обязаны поставить ладью на f7, прикрывая пункт c7. И здесь сильный ход король h1, очень интересный. Идея Игоря Ильича Лысова, моего более молодого друга, известного теоретика. То есть он первым так сыграл в матче с Китаем. И идея вот в чем. На стандартный ответ слон f8 белые сами начинают игру на королевском фланге. g3. И в эту партию я вклеил целых 3 партии, которые игрались до встречи Сона Камура. Во всех 3 выиграли белые. Накамура сыграл вообще не мудствуя лукаво, очень естественно и логично. h5. Он хочет провести g4. h5. Белые, естественно, играют конь b5. Напали на a7, между прочим. Конь бьет a7, и при случае этот конь может даже в каких-то линиях на c6 выскочить. a6. Ну, сейчас коня на a7 заводить, конечно, ну, как минимум, странно. Поэтому конь ушел на a3, и белые создали серьезную угрозу проникнуть на ослабленное поле b6.
Ответ Б5. Вынужден, но он имеет очевиднейший минус. В лагере черных появился слабый пункт С6, откуда ладья будет давить на слабую пешку D6, ну и, соответственно, работать по линии С. Ладья C6. Ну, Хикару это мало смущает. G4. И теперь, совершенно неожиданно для многих, на F8 идет не слон, как все привыкли, как это делал Найдер в партии против Тайманова, что ладья на G7 вышла. На F8 идет ферзь. Может быть, выглядит немножко странным, потому что ход ферзь F8 не является типичным для подобных позиций. Не являлся именно до партии со Накамура. Ладья C1, слона увели из-под боя. И на ладья C7, G3 пока никто не жертвует. Готовим ход G3. Вот сейчас черные собираются пойти с G3. В случае HGFG слон H6 получает работу. В случае, если белые отводят слона, в бой может отправиться либо конь на H4, либо пешка H. Но, скорее всего, конь H4, да? С идеей где-то еще слон H3 нанести и дать мат ходом G2 при слоне на G1, например. Белые заранее убрали слона из-под удара. Ход G3 планируют встретить продвижением пешки H на одну клеточку вперед. И как жертвовать слона на H3, где это хорошая редакция, непонятно. Ферзь не подключается к атаке пункта H3. Кажется, что вот так визуально, что белые все отразили. Но тут следует такой неожиданный немножко ход H4. Впрочем, ход естественный. Еще Арон Исаевич Немцович объяснял, что у пешечной цепи, вот давайте я ее выделю красным, зеленым, извините, цветом, нужно атаковать базу, а вот ее я выделю желтым. То есть черные хотят сыграть H3, атакуя базу пешечной цепи. После чего появятся отличные шансы разрушить всю пешечную цепь. И действительно у Накамуры это получилось. Ну, белые делают такой логичный ход FG. На конь B1, естественно, черные сыграли бы H3, на GH G3. И, в общем-то, они прорываются. Конь попадает на H4. Второй может быть после размена на G3 на F4, а в случае неразмена на G3. И у черных какая-то видно, что очень, очень агрессивная позиция. Белый король в огромной опасности. Ход FG связан с понятной идеей. Ну, брать на G4 черным невыгодно, потому что начинаются размены. F3. F3 это понятный ход. И на GF. Ну, понятно, не менее понятно, что брать слоном неудачно. У черных лишнее качество. И с конем на А3 белая компенсацию за него не получат. Но есть сильный ход GF. И вот здесь всем, кто собирается и начинает изучать староиндийскую защиту, я рекомендую приостановиться и посчитать варианты. Отведите себе минут хотя бы 15 на это. Очень интересно считать варианты. Брать на C1, конечно, не надо. Этот слон очень сильный. И, конечно, он больше пригодится в атаке на короля. Его место где-то на E3. Нет, черные так не сыграли. Поэтому, извините, слон Е3 я удалю. Черные прорвались по линии F. Конь бьет Е4. Такое агрессивнейшее взятие. Хуже конь бьет G4. Ладья бьет D7. На ладья бьет D7, FG отбились. На ладья бьет F3, взяли и закрылись ферзем. И конь на G4 подвисает. После конь бьет Е4 тот же самый вариант не годится. Потому что после ферзь G2 черные просто съели лошадку. И хотя у них не хватает целого качества, от угроз H3 конь F4 белые беззащитны. То есть у них выбор. Либо ферзя отдавать, либо король получит мат. Не годится и FE. После ладья F1, король G2, очень сильный ход слон E3. Черные при случае могут теперь ладью на G1 поставить, да?
И, скажем, ну вот компьютерная слон g3 теперь не работает. Угрожает ферзь f2, конь хочет запрыгнуть на h4, на f4. То есть белые не успевают забрать слона d7 и попадают под разгромную атаку. Ну и слон бьет f1, не лучше. h3. На король бьет h3, ферзь бьет f1. Или ферзь f3, сейчас, момент. Да, на король бьет h3, конечно, ферзь f3. И слон бьет g4, мат. А на король g3 достаточно взятия на f1, слон f4, страшная угроза. И потом еф мат. Отразить очень тяжело. Есть еще ферзь g1 и взятие на g4 слоном или ферзем, в зависимости от того, как вот сейчас сыграют белые. То есть масса угроз. Ладья d1, ну, понятно, что такой ход не может быть опровержением староиндийской атаки. И черные продолжают гнуть свою линию, продолжают прорываться по открывшейся линии. Да? Открывать линию f, добираться до короля. То есть ход ладья бьет f3 совершенно понятен. Ясно, что нельзя бить на f3. Ферзь бьет f3, ферзем закрываться нельзя, подвисает ладья. На король g1, ну, видимо, слон e3 и мат не за горами. Там еще h3 последует. На слон f2, наверное, конь f2, конь f2 и h3. Или конь f4 еще лучше. Да, убрали коня из-под удара. Ферзь бьет g6 теперь нету. Ферзь g2, мат. Ну, в общем-то, страшная угроза. Король f1, ферзь g2, король e1, ферзь g1. Белые уничтожили слона d7. Но он уже не нужен черным. Они прорвались королю и заканчивают партию прямой атакой. Ладья f1, король g2. Вот здесь снова я рекомендую посчитать, ну, минут 10-15, посчитать самостоятельно вариант. Вы не пожалеете. Особенно если найдете ход, который не сделал Накамура. То есть остановите, нажмите на паузу. Получите удовольствие от поиска победы. Накамура сыграл h3. Не сыграл h3, не сыграл. Он пошел слон e3. Плановый ход, тоже выигрывающий, достаточно несложно. Но ход h3 это такая красота, которую я не могу вам не показать. То есть понятно, что брать на h3 надо. Теперь неожиданно ладья f2. Угрожает ни много ни мало ход ферзь f4. Бить конем на f2 нельзя, ну, из-за вот такого симпатичного мата. А на слон бьет f2, следует неожиданно ферзь бьет f2 с угрозой. Конь g5 мат. Ну, и теперь не спасает ни g5 с быстрой победой. Потому что еще ладья a8 дремлющая подключается к атаке. Ни конь бьет f2 из-за вот такой вот красоты. У белых лишние ферзь и ладья. Но король не имеет ходов и находится под удар. Накамура сыграл чуточку иначе, но партия не стала от этого менее красивой, и шедевр не оказался испорченным. После слон e3 тоже страшная атака. Бить на f1 нельзя, потому что, естественно, h3, ферзь бьет f1, конь g5. И вот такой моток симпатичный. Очень симпатичный. Слон остался прикрывать поле f2. Поэтому Уэсли Со сыграл слон g3. Но после hg черный конь готов подключиться с поля h4 и подключается. Ладья бьет f1, конь h4. Ну, на король h1 симпатичный мат пешкой. А после король h3 следует ферзь, после король h3 следует ферзь h6. С угрозой этим конем куда-то отскочить и продолжить нападение ферзя на бедного одинокого, несмотря на множество фигур на доске, белого монарха. g5 последовало, конь бьет g5, и на король g4 здесь наверняка выигрывает много разных ходов, но следует самое агрессивное. Конь h на f3, перекрывая линию f, угрожая дать мат в один ход, ферзь h3,
Белые прикрыли поле h3, но мат форсированный и очень симпатичный Накамура все-таки ставит. Можно, конечно, было сыграть конь d4 и на король f6, там как-нибудь конь e4. То есть здесь уже дело вкуса. Накамура выбрал такой способ. Ладья f8 и на король g6 завлек, отдал эту ладью, завлекая короля под шах. Король бьет f6, конь e4. На король f5 будет конь d4. А на король g6 Весли Со немедленно получил вот этот мат. И должен завершить рассказ о партии словами Алексея Каратылева, который тот завершил свой онлайн-комментарий. Такое Морфи и Андерсону даже не снилось, ибо их соперники были не способны стать соавторами комбинаций такого уровня красоты и, главное, сложности. Знаете, друзья, я ни минуты не жалею, что сегодня лягу спать чуть позднее обычного, ведь комментируя эту партию, я, можно сказать, принял участие в невероятном шахматном шоу, аналогов у которого, поверьте, немного. Несмотря на все великолепие, сотворенного американским гроссмейстером шедевра, лидерами по итогам шестого тура остаются сделавшие короткую ничью Аронян и Карлсон. На этом я завершаю свою работу. До новых встреч. Ну вот, и я полностью с этой фразой согласен. Я ее даже тоже внесу в партию. И до новых встреч. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки и так далее.